Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я вам расскажу о проекте под названием Current. Это стимулирующая стриминг-экосистема с поддержкой блокчейна, которая позволит вам выбирать, как передавать и получать оплату за ваши медиаданные. У платформы есть свое приложение, оно доступно для скачивания в App Store и в Google Play, и приложение уже насчитывает более 200 тысяч пользователей. Платформа Current создала свой цифровой токен, который будет вознаграждать личное время, данные и внимание во время стриминга медиа-информации. Этот токен может использоваться для широкого спектра продуктов, услуг и внутриплатформенной рекламы. Консолидируя популярные медиа-сети в одном месте, Current уже обеспечивает более 200 тысяч пользователей более удобным поиском и интерфейсом. После запуска токенов пользователи будут вознаграждаться за стриминг-контент в своей любимой социальной сети, например, YouTube, SoundCloud и другие. Платформа будет объединять данные в соответствии с личными предпочтениями, а именно по типу, времени и теме. То есть будет собираться вся информация, которая предпочтительна для пользователя в различных соцсетях в одном месте. Current разрабатывает свой продукт в два этапа. На первом этапе создается платформа с безграничной библиотекой контента, которая удовлетворяет рыночный спрос на популярную музыку, видео, фильмы, аудиокниги, подкасты и так далее. Из таких сетей, как YouTube, SoundCloud и многих других. Второй этап заключается в создании протокола, который демократизирует ценность, созданную в цикле потребления медиаконтента, от рекламодателей и сетей передачи данных до людей, которые играют, создают и поддерживают средства массовой информации. Этот протокол позволит стороннему медиасервису интегрировать его и изначально будет запущен на платформе Current. Итак, экосистема Current включает в себя платформу, протокол и токен. Медиаплатформа Current объединяет лучший контент и функции самых популярных медиасетей в универсальный персонализированный медиаинтерфейс. Протокол будет взаимодействовать с платформой Current в дополнение к любой другой сети хост-медиа. Он признан стимулировать потребителей воспроизводить медиаконтент и вознаграждать их на основе времени, совместного использования данных и вклада в экосистему. И utility token currency будет использоваться для уменьшения или исключения премиум подписчиков популярных контент-провайдеров. Это позволит потребителям платить меньше за контент, который им нравится. Current направляет новое поколение к заработку полезной криптовалюты, которая будет использоваться для широкого спектра продуктов, услуг и внутриплатформенной рекламы. Что по поводу токенов, основная цель токена – это, конечно, эффективный запуск платформы и поддержание Current Media в дальнейшей разработке технологий, которые будут способствовать развитию рынка. Пресейл запланирован на 7 февраля и продлится он до 21 февраля. И основной этап токен сейла запланирован на 14 марта и будет длиться он до 4 апреля. Цена за один токен составляет 24 цента. Софткап составляет 5 миллионов долларов и хардкап составляет 36 миллионов долларов. Пресейл стартует уже через 5 дней. В принципе, на этом все. В описании под видео я предоставлю вам необходимые ссылки для более детального ознакомления с данной платформой. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих последующих видеообзоров. Всем пока!